9 апреля в детской музыкальной школе города Вуктыла прошел музыкальный фестиваль «А ну-ка, девочки», посвященный столетию Республики Коми. Музыкальные фестивали – это всегда праздник. Это радость творчества, это возможность выступить на сцене, услышать аплодисменты, которых так не хватало на онлайн-концертах. И мы с удовольствием приглашаем всех желающих в наш уютный зал, чтобы услышать, как играют наши юные музыканты. Ну а участникам фестиваля мы желаем успехов и удачного выступления. С 2013 года в музыкальной школе города проходит фестиваль «Дерзайте, мальчики». А с 2015 года ежегодно проходит фестиваль «А ну-ка, девочки». Конечно, фестиваль – это возможность для юных музыкантов проявить себя и показать всем, насколько развит их талант. Эти фестивали дают возможность нашим ученикам выступить в концертном зале музыкальной школы. Мало того, эти фестивали являются площадкой для отборочного тура участия детей в корпоративном конкурсе «Серебряные кружева». Нам бы хотелось очень поблагодарить организацию ВОПМГ «Газпром Трансгаз Ухта» за предоставленные сладкие призы и за дипломы. Большое им спасибо! Более 40 номеров было представлено в концертной программе фестиваля. Звучали классические произведения Шопена, Штрауса, Глинки, Майка Пара, Даргомышского, Весняка, Александрова, Николаева и других известных композиторов, а также народные песни и частушки в обработке. С улыбками на лицах зрители слушали мелодии из детских мультфильмов, такие как «Песенка кота Леопольда» и «Улыбка». Притоптывали в такт летки Еньки и замирали, слушая романс Николаева из рок-оперы «Юнона и Авось». Пианистки, аккордеонистки, баянистки, дамристки и скрипачки радовали слух зрителей замечательным исполнением сложных музыкальных произведений. А Дарья Панькова исполнила песню «Лихорадушка». Медленные и быстрые, веселые и грустные, танцевальные и напевные, создающие настроение и заставляющие задуматься. Воспитанники музыкальной школы буквально вкладывают душу в каждое выступление и радуют зрителей, давая возможность услышать в мелодии шум дождя, шелест ствол, удары грозы, порывы ветра и шелест листьев. Мастерство юных музыкантов растет с каждым годом, и нас радует и вдумчивое исполнение, и артистичность, и умение работать в коллективе.
Завершил фестиваль своим выступлением ансамбль скрипачей, который прекрасно исполнил песню «На побывку едет» и «Гамма-джаз». Почти 2 часа в Уктыльце наслаждались прекрасным исполнением различных музыкальных произведений, а юные артистки были награждены аплодисментами, дипломами и сладкими призами.